Ну, в любом случае, пока я размечталась, нас уже ждет гость. И сегодня к нам пришла Лучинкина Анжелика. Это первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета. Здравствуйте. 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 Мы рады вас приветствовать. Я бы хотела спросить в первую очередь, расспросить вас о деловой игре «Ты нужен республике». Что это такое? Деловая игра. Ну, подробнее. Вот почему бы в ней хорошо участвовать, да, студентам? Почему они участвуют в ней? А вы знаете, сама по себе идея деловой игры «Ты нужен республике» очень хорошая. Действительно, общественно активной молодежи много. Инициатив у общественно активной молодежи много. Но их нужно достать и развивать. Вот это на самом деле очень сложно оказывается. Игра «Ты нужен республике» — это как раз об этом. Это игра о том, как разбудить общественное сознание нашей молодежи. И это и соревновательность, потому что вот в настоящий момент ребята бегают, собирают подписи, убеждают, что именно за них нужно проголосовать, еще не идет агитации. Они просто кандидаты в участники деловой игры. Они еще даже не участники, они просто кандидаты, а при этом да. А в чем суть, какие-то этапы же, да, наверное? Да, безусловно, есть несколько этапов этой деловой игры. Первый этап – это выдвижение участников, когда образовательные организации, студенческие группы, кстати, это игра для студентов дневной формы обучения, очной формы обучения, выдвигают участников игры. Следующий этап, вот 4 февраля произойдет регистрация этих участников. И с 4 по 11 объединенная избирательная комиссия, составленная специалистами двух университетов, участвующих в игре, будет уже говорить о подведении итогов. Наиболее рейтинговые участники, кандидаты, станут участниками деловой игры. Но на 1000 студентов один участник и не более 15 от организации. Вот, то есть не так просто попасть? Конечно, совсем не просто. Попасть-то сегодня могут ходить хоть 150 человек. Ну, пройти, но попадет, да? От федерального отбор. Университета 15, не более, и от Крымского инженерно-педагогического университета, который я представляю, попадет только 5 участников. А правильно, что я понимаю, что что те ребята, которые стали лучшими в этой игре, потом смогут стать помощниками депутатов, да? Ну, именно так анонсировал глава республики. Это раз. А во-вторых, вы знаете, помощники депутатов – это здорово. Но, на мой взгляд, самое главное даже не это, а то, что ребята почувствуют, что они могут собрать команду. Ведь посмотрите, даже сейчас для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в участники и пройти путь от кандидата к участнику, выигрывают те, кто быстренько создал свою инициативную группу. Вот девчушка бегает, собирает подписи. Она собрала инициативную группу, у нее там 4-5 человек с ней работает. Она собрала уже около 400 подписей. А нужно 50, нижний барьер. Достаточно для того, чтобы пройти. Ну, дальше там по рейтингу. Это уже работа команды. Потом обучают их и всяким имиджевым технологиям. Это тоже совершенно замечательно. Организаторский талант, ораторский талант, умение выстроить свою программу. Зачем действительно ты нужен республике? Именно этот кандидат. Вы знаете, это такой опыт, что даже если ребенок не дойдет до помощника депутата, он приобретет бесценный опыт. В целом, интересный опыт, разумеется. И интересно, насколько подготовлены участники к тому, чтобы занять эти должности и приступить к своим обязанностям. Точно так же нам интересно было, что люди в городе знают о вопросах правового характера, и поэтому наши специальные репортеры вышли и узнали у них. Это дискуссия, да, между двумя сторонами. Называется дебаты, я так думаю. Я не принимала участие в дебатах. Ну, возможно, бы хотела в этом разбираться. Как-то пока не доводилось. Когда подойдет время, тогда, наверное, будем уже узнавать. Поднимали какие-то важные социальные темы. В основном, у нас дебаты в школе ведутся на английском. Мы люди творческие, мы далеки от этого всего. Да, мы не политики. И все же, вот еще какой вопрос интересует. Участники проявляют инициативу. Что ими движет? Желание самореализоваться или жажда победы? Насколько действительно желан приз и что получат те, кто пройти до конца не сможет? А в любом случае все получат опыт. Опыт, я уже говорила, организаторской работы,
навыки ораторские, работу в команде – это то, что получат ребята. Это однозначно, независимо от других бонусов, которые будут в этой игре. А вот что движет? Вы знаете, наверное, желание к преобразованиям. Потому что молодежь, вообще-то, это совершенно замечательный источник энергии. И вообще-то преобразовательной энергии. И вот те ребята, которые могут эти источники в себе открыть, они их открывают и работают. Поэтому жажда победы, да, соревновательность некоторая присутствует. А мы же тоже подогреваем эту соревновательность, когда говорим, ага, вот такой-то кандидат, участники уже собрал вот столько-то голосов. И они работают. Это нормально, соревнования — это абсолютно нормально. Но самое главное, вот для меня самый интересный этап даже не этот, а тот этап, когда они начнут рассказывать, вести непосредственно агитацию, зачем они нужны республике, рассказывать о своих проектах для республики. Ведь сколько интересных проектов мы можем увидеть и услышать. А некоторые начнут их сразу реализовывать, и мы увидим, как за ними идут люди. Вы знаете, это настолько серьезный и позитивный опыт, что я даже не знаю, что может по силе сравниться. Мне кажется, вы столько лидеров выявите. Конечно. Так это же здорово. Это мечта любого студенческого самоуправления в любом образовательном учреждении – выявить лидеров. Потому что, ну, мы же иногда сами ищем этих лидеров, иногда они стихийно возникают. Но для того, чтобы родился настоящий лидер, нужно и присматриваться, и искать. А здесь они сами на поверхность выходят. Их видно. Это замечательно. Более того, замечательно, что у молодых ребят появляется возможность реализовать свои амбиции, которые наверняка вот связаны с этими лидерскими качествами. Очень здорово, что такая возможность не только есть, а она есть прямо сейчас, и любой желающий может принять участие. И все-таки конкуренция, о которой вы говорите, думаю, вы согласитесь, она скорее здоровая и полезная. Да, конечно. Она развивает не только дух конкурентности, но, видимо, еще и желание работать в команде. Сильная команда, как я понимаю, залог успеха. Это правильно. И вот те, кто понял, что им нужна команда, они действительно лидируют. У нас начинало 11 человек, сейчас работает усиленно 9, потому что они уже перешли давно барьер 50. Два человека слегка отстали, но вот эти двое работали без команды. И им проблемнее было работать. Тем более, знаете, тут же еще экстрим есть. Январь – это сессия. Студенты, конечно, приезжают и уезжают. Их не так легко собрать ни в одном, ни в другом вузе. И вот здесь нужно потрудиться именно команде. Побегать, да. Побегать, ну, и потрудиться, да? Это да. Не так-то просто. Это взрослой жизни, да? Учитывая сессию, да. Учитывая... И кто успел разослать гонцов во все стороны университета, те получили очень приличное количество голосов. Но мы будем надеяться, что на сессию никак не повлияет игра, и сессию студенты тоже закроют замечательно. Ой, ну вообще они теперь просто должны приходить на экзамены голосовать-то, когда отдавать свои голоса для выдвижения участников. Теперь даже студенты кровно заинтересованы в том, чтобы все пришли вовремя на экзамены. Конечно, это замечательно. На самом деле прекрасно, что у молодежи Крыма есть такие возможности, что появились такие перспективы. И думаем, что сфера интереса молодежи на этом не заканчивается. Поэтому большое спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Это было безумно интересно. Еще раз представлю нашу гостью. Да, просто с нами была Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета. Спасибо вам за беседу. Спасибо еще раз. Спасибо. Пожалуйста. Это было безумно интересно и увлекательно, но точно так же интересно и увлекательно наша следующая рубрика. Насколько я понимаю, мы прямо сейчас переходим к нашей интересной рубрике. Я даже, видите, как спешу перейти. Это рубрика «Крым онлайн», потому что мне совершенно не терпится узнать, что же там происходит в интернете по всему полуострову.